Соответственно, вот видеообзор. Бусы Мурана. Подвеска перламутр. Она большая. Состояние прекрасно. Нет никаких сколов, трещин. Это настоящий перламутр. Заколка кристалл. Такие тоже очень многие коллекционируют, собирают. Вот маркировка. Так, бусы Мурана, значит, две нитки. Это из Италии привезено. Это не пластик, это стекло. Вот такой вот вид имеет. Значит, салатово-красное и вот такое цветное. Сторис за маникюр не успела. Потом вот такой браслет Чехословакия. С такими камушками. Это старая Чехословакия. Он, конечно, не... Он чуть-чуть только растягивается. Но тоже в коллекцию будет прекрасно. И вот такое вот колье. Оно из советской эпохи. Очень красивый такой кристалл. Это колье можно комбинировать с другими украшениями. Например, то есть здесь, видите, здесь есть и большая цепочка, и средненькая. То есть это можно тоже комбинировать. Все, на этом все. Хорошего дня.